Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. И снова выпуск «Рок-клиники». И сегодня у нас очень необычный, весьма очень интересный гость. Да, поприветствуем. Итак, Фея Тёмная, представь нашего гостя. Это Паук из группы «Коррозия металла», самой любимой группы всех металлистов. О, клёво, да. Привет, ребят, как бодрость духа, привет всем жителям ночной сети. Отлично, отлично. Мы очень давно ждали этой передачи. Я думаю, что сейчас много людей столпилось у экранов, и вы можете задавать свои вопросы в чате. Итак, Сергей, расскажи, пожалуйста, нам теперь, как в последнее время проходит твоя творческая деятельность. Какой угар происходит вообще в твоей жизни, там, в творчестве, например? Ну, только что я приехал из полуострова Крым, где провел там полтора месяца, в общем-то, своими друзьями, с тусовкой. Мы вступали в дичайший угар, пили портвейн, коньяк Коктебель, например, в общем-то, вот. Душили крымских котов, например, ездили на фестиваль металлический в Евпатории, а также занимался творчеством, рисовал картины, которые скоро будут выставлены на выставке, посвященной выходу первой моей книги, например. А о чем книга? Об угаре и садомии? Ну, естественно, конечно, потому что люди в основном хотят этот товар получать, например. Та книга, она и называется «Девки, музыка, бухло и угар». Угу. Отлично, отлично. Я помню, была такая книжка «10 лет трэша и угар». Как бы. Это похоже будет на это? Ну да, как бы называется, та книга, она была старая, она, в принципе, была составлена в основном из как небольших статей из журнала «Железный марш», в общем-то. Ну, это, в принципе, типа такого же, но как бы сделано как бы в один концептуальный продукт, например, с началом и с концом и так далее. Угу. Понятно. Хорошо, Сергей, да, у нас небольшая пауза сейчас, да, то есть маленький звонок. Да, да, девки, наверное. Ну, это нормально, это нормально. Нормальный, да, момент. Ага. Ну что, а пока мы напомним, как, собственно, нас зовут, чтобы зрители не забывали, знаю, с вами сегодня Фея Тёмная. И Фея Светлая. Да. Объясняет, прошу смотреть передачу и задавать вопросы, например. Давай. Да, конечно, это уже сумасшедшие фанаты. Да, уже несколько человек звонило, очень радовались, например, допустим, да и сейчас тоже закупили бухло и зырится это дело. Сергей, скажи, вот последнее время что-то концертов не бывает, то есть ожидаются ли какие-то концерты, например, где можно угореть, там прийти? Ну, концерты группы «Коррозия металла» проходят в основном на территории Украины, вот, Прибалтики, например, а также в сибирской глубинке, например. Обычно в крупных городах наше шоу, так сказать, запрещает, например, допустим. Вот, допустим, у нас должен быть тур по некоторое время назад по таким городам, как Уфа. Соответственно, местное движение наших совместно с «Гринписом» и ассоциации этих, ну, людей другой ориентации, например, вот, они выступили против, значит, рок-металлических концертов «Коррозия металла», собрали большую петицию, например, в общем-то, это, ну, и, значит, это, ну, местный БАИ запретил концерт «Коррозия металла» в Уфе, там, это. Ну, вот, ну, и в Москве то же самое, например, нам запрещают большие баннеры вешать, например, и выступать в больших, как бы называется это, клубах, например, потому что зачем туда каждый раз приезжает несколько дивизии ОМОНа, например. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть на территории Украины как-то это проходит нормально, да? Тут именно... Ну да, там тепло, вот, mm-hmm. И, во-первых, там бухло дешевле стоит, чем в Москве, например. Предположим, только что мы закупили в супермаркете Немиров, который стоил 150 руб, например, да, mm-hmm. называется Battle 0375, а на Украине он стоит примерно 80 руб, что, в общем-то, дешевле и практичнее для современного человека. Там оно и качественнее. Да, вообще на Украине приходят на концерте, там угорают. И вообще там угорают по-другому, чем в Москве на концерте? Ну, люди во всем мире, они практически одинаково угорают, например. Когда они выпьют бухла, например, в общем-то, то их не движение, например, допустим-то, и действия, в принципе, они идентичны. А, кстати, да, вот чувак из чата, Владик Тейр, задает вопрос, когда новый альбом-то ожидать? Но в ближайший там как бы месяц, ну, к концу сентября выйдет сингл, вот, «Коррозия металла» под названием «Власть зла». Там будет примерно 4-5, ну, как бы композиции, например, пару композиций будет для альбома, которые записаны были для, значит, для Америки. Вот, а уже полностью новый альбом выйдет уже где-то, ну, к Новому году. Угу. Вот. А там будут какого плана песни? То есть, вот, например, альбом «Одинокие сердца», там в основном баллада. Вот в новом альбоме чего ждать людям? Ну, альбом будет там страшный, там будет дико молотилово, в общем-то, и все песни про ужасы, кошмары и ад. А вот как ты сам больше оцениваешь свое творчество? Что ты там сам больше любишь? Вот более такие лирические, балладные композиции, или же вот про ужасы, кошмары и ад? Или это все и то одинаково? Ну, про
кошмары и ад, это как бы для любого человека это веселее слушать, например, вот. И когда вокруг, например, допустим, ну, экстремальная и полумрачная жизнь, например, то, конечно, человеку нужно веселье давать. Mm-hmm. И сам человек, он тянется, например, допустим, больше к радостному угару, например, но ему в кайф поржать. Другое дело, что и это все видно даже на телевидении, что сейчас самая любимая программа нашего народа стала это Comedy Club, например. Mm-hmm. Вот. Да, я как бы случайно принял участие в этой программе, например, да. Да, вот. И эту программу раз 10 повторили, и уже, например, ну, каждый человек подходит на каждой бензоколонке, мне люди говорят: здравствуйте, можем мы взять у вас автограф? Мы очень дико рады, что вы снимались в программе Comedy Club, и люди очень радуются. Я говорю: вы рады? Да дайте мне хотя бы пару литров бензина бесплатно, например. После этого, например, у людей сразу становятся мрачные физиономии, например, им уже не до смеха, и они говорят, что у них очень мало бензина, например. Mm-hmm. А некоторым, даже в одной передаче я снялся, ну, в программе «Время», мне показали, где я стоял с отрубленной головой негра, например, вот. И это не произвело на людей никакого впечатления, например, вот. А вот Comedy Club, он произвел неизгладимое. А, кстати, вот вопрос опять из чата, просто, извините, прерываю, да, озвучиваю, да. А, некто нам пишет то, что будет ли Паук еще выступать в Луганске, спрашиваю. Вот кто-то дико, наверное, угорел и ждет приезда в Луганск. Не может забыть. Ну, это в городе Героя Луганске мы в последнее время выступали, так сказать, несколько раз, например, и этим летом, и позапрошлым. Там происходил мощнейший угар. Мы выступали, как называется, делали концерты в Луганске в качестве поддержки сети ресторанов «Морг». Mm-hmm. Вот, это один наш из последователей. Он открыл, значит, это, ну, такие закусочные, например, да, где продаются нетрадиционные, так сказать, блюда, например, там жареные коты, крысы, например, да, называется. Или человек может со своей падалью приходить, да, например, да, называется. Даже может дохлого человека притащить, и ему прям пожарят без проблем. Вот. Как интересно. Сергей, вот такой актуальный вопрос. Меня все мужчины спрашивают, как вообще дела с секс-шоу сейчас обстоят? Потому что никто не может забыть, в общем-то, последних угаров в Москве, где там аппетитные тетеньки были и все такое. Но секс-шоу там оно никуда не делось, например. Естественно, каждый год к нам приходят новые девицы, например, это уходят старые, приходят новые, как бы это вечный процесс ротации, например. А другое дело, что в последнее время с девушками секс-шоу стало сложно, например. Раньше, в начале 90-х годов, девицы, они были, ну, как бы скромные, обычно я не слышал, чтобы они громко разговаривали, орали, например, да, называется, вот. В последнее время, последние 2-3 года, ну, наверное, в связи с капитализмом происходит борьба, так сказать, за место под солнцем, например. И девушки стали часто драться между собой, например, допустим, выцарапывать глаза, например, вырывать волосы, например, допустим. И они хотят находиться именно одни на сцене. И часто, когда другие девицы голые вылезают на сцену во время концерта, то, так называется, официальные участники начинают их дико избивать, например, допустим, да. Вот. То есть идет жесткая борьба за участие в секс-шоу. А если вот сейчас женщины какие-то, например, смотрят и дико захотели попасть в секс-шоу, что им надо сделать? Ну, любая тёлка, которая хочет стать счастливой, например, да, называется, радостной, например, да, и чтобы у нее, если она хочет, чтобы у нее открылись реальные перспективы в жизни, чтобы ее видели клевые чуваки или олигархи, например, ей, конечно, стоит немедленно, например, допустим, да, сбросить свой телефон, например, желательно фотки, ну, прям сразу сфотографируй себе на мобильный телефон, например, и присылай, мы тебя запишем в шоу «Коррозия металла», тем более вот 19 сентября, значит, как я говорил уже, издательство «Яксмо» выпускает мою книгу, и будет ряд презентационных мероприятий, ну, в основном закрытого типа, например, вот, где соберется громадный моб тусовки, олигархи, СМИ, например, и масса других юбилейных людей, например, а также олдовый white power моб, например, и ты можешь солидно выступить в этих клубах. Там, да. Вот так вот. А скажи, Сергей, а вот какие-то программы секс-шоу готовятся? То есть вот как-то вы продумываете там какие-то садо-мазо темы или еще какие-то костюмированные? Некоторое время назад, где-то месяцев 5 назад, я встретил нашу старую участницу секс-шоу, например, вот, она нас плясала где-то до 2002 года, а потом сказала мне, что, знаешь, Сергей, ну, мне это просто, это, вот это лабуда, секс-шоу, меня больше не интересует, это мерзость, гадость, я ухожу замуж, поступаю в институт, например, там, в общем-то, я буду теперь вести солидную жизнь, у меня будет все клево, например. Но прошло 3-4 года, например, я случайно встретил на концерте «Шмелей», вот, и она
говорит, знаешь, я институт мужа всех послал в ад, теперь я занимаюсь БДСМ, например, да, называется, вот, закупил массу, как называется, этих, ну, прикидов, это садомазохических, например, допустим, и участвует в оргии, например, допустим, да, вот. А вот помимо секс-шоу, какие еще другие шоу у вас вот сейчас есть? Ну, то есть, может быть, еще какие-то там переодевания? Да, то есть раньше вот... были там карлики, да. Какие-то, да, смерть там. То есть сейчас уже, или сейчас этого уже нет? Нет, у нас есть, у нас как бы этим делом сейчас заведует наша бэк-вокалистка Саша Сатана, например, вот. Она поет рычащим голосом, как Тина Тернер, например, вот. И у нее целый гардероб громадных костюмов, например, и, так сказать, я ей тоже кое-что пошил, например, и, соответственно... Она руководит этими людьми, которые переодеваются и устраивают это шоу-угар, например, ну, чтобы повеселить людей. Угу. Понятно. Значит, давайте водки махнем. Ну, типа того, например. Ну, к сожалению, нам приходится пить сок, да. Ну да, который представляет, что это водка. Или наоборот, кому как ближе. У нас, к сожалению, происходит небольшая заминка с музыкой на данный момент. То есть почему-то... Очень жаль. Да, почему-то у нас не работает диск. То есть это, видимо, какие-то силы... Темные силы, да, конечно, например. Да. Подстроили, в общем-то, может быть, они его поцарапали или что-то еще сделали в процессе похода, но... Я думаю, что сейчас мы как-нибудь попробуем этот вопрос решить. Ну, в конце концов, в интернете там много как бы музыки, поэтому можно себя скачать, например. Да. Ну, я думаю, что все слышали уже группу «Коррозия металла». Ну, да, я надеюсь, то есть, что, да, по крайней для кого мере, те люди, будет, которые, да, слушают, не секрет. Ну, кто не знает, тот найдет, я думаю. Угу. Ну, давайте, друзья. Ну, давайте, да. Слава всем нам. Да, там, слава, да, всем нам. Слава чаю. Индийскому, со слоном. Да, и соку добрый. Да-да. Ну, говорите. Сергей, а вот, вот какие секс-звезды из вашего шоу были наиболее популярны? Вот я знаю, что Пышка, Красный Сип, вот они появляются сейчас периодически у вас? Ну, в основном многие люди, они канули в лето, например, но о некоторых я знаю информацию. Некоторые девицы, после того, как они участвовали в секс-шоу, например, они удачно вышли замуж, например, да, потому что зачастую, как бы, чтобы выбрать себе как бы нормального как бы человека, например, партнера или партнерша, например, нужно много различных людей перебрать, а так, соответственно... Девушка приходит на концерт, ее видит тысячи мужиков, например, делают какие-то предложения, например, вот, и она может, соответственно, выбрать лучшего, например, допустим, по финансовому состоянию или, допустим, близко по душе к ней, например, вот. Одна девица у нас в свое время тоже вышла замуж за французского олигарха, он пришел случайно на наш концерт, вот, уехала во Францию, родила, значит, ну, двоих детей сразу, близнецов, например, вот, чувствовала все нормально, но она пострадала во время прошлогодних погромов, которые устраивали цунеры во Франции, например. Вот, она как любила ездить, ну, на спортивном автомобиле, практически голая в шубе, например. Вот, и в один день нигеры, например, дико разломали, ну, как бы ее тачку, например, допустим, то вот, и подожгли керосином шубу. Она прислала мне там письмо, она говорила: Сергей, я всю жизнь скептически относилась там к вашим White Power песням и думала, что на самом деле такого не существует, например. И я говорю, очень это глубоко ошибалась, например, что, ну, не вслушалась твоей песни и поселилась с мужем в том районе, например, где жили, например, допустим, то, ну, люди с темной внешностью. Сергей, тут сразу же вопрос из чата: куда делась Вика Мелкая с секс-шоу? То есть, видно, здесь какой-то ее поклонник. Наверное, она, ну, провалилась полностью в ад. Тут, ну, еще такие вопросы, я, к сожалению, не все озвучиваю, потому что не успеваю даже за темпом, их много. Вот почему очень часто повторяется слово «например», вот последний вопрос, да, мне попалось. И еще вот другой я уже не помню. Ну, вот, видимо, это кто-то из новичков, наверное. Да, да, да. Ну, видно, они не знают истории, да, команда. Ну, дело в том, что, ну, человечество, оно как бы развивается, например, да. Сегодня мы используем там одни компьютеры, завтра там другие, одни мобильные телефоны, потом лучшие. Поэтому русский язык, он тоже как бы развивается, и мы стараемся его развивать. Потому что на современного человека обрушивается очень много информации, и часто люди друг друга не понимают.
понимают. Вот. И поэтому, чтобы человек нашел, так сказать, ну, вернее, сердца людей нашли самый близкий путь друг к другу, например, они должны использовать новый сленг, который как бы используется, ну, как бы, ну, распознается человеческим мозгом лучше, например, и люди становятся ближе друг к другу, например, понимают. Более простой язык, простой язык общения. Сергей, а ты сейчас вообще с какими группами так сотрудничаешь, играешь как-то, ну, или на гастроли вместе ездишь? Сейчас таких ансамблей мало, например, допустим, вот. Раньше мы выступали с группой там периодически Коловрат, например, допустим, да и так далее. Но после того, как Дениса арестовали в модной пражской тюрьме, вот, он ушел в Тину. Вот. Ну, на Украине мы выступаем с украинскими ансамблями, вот. И сейчас практически ни с кем нашими совковыми ансамблями не выступаем вместе. Ага, а вот состав участников «Коррозии металла» на сегодняшний день какой? Ну, состав группы «Коррозии металла» сейчас полностью оголтел. Например, у нас сейчас принят в группу новый гитарист Костя Чингисхан, например. Он весит 270 килограмм, например, нагло бритый, например, дико оголтел, пилит на гитаре. Димон на гитаре, соответственно, тоже. Вот, и Митя Щит, он же и вокалист в группе «Анал Носорог», как бы участвует тоже группе «Коррозия металла», «Танцор» и вот новая бэк-вокалистка Саша Стана. Вот. Сейчас «Танцор» тоже занимается тем, что начал переводить песни на украинский язык, например. Вот. Mm-hmm. Потому что, когда мы были на гастролях на Украине последний раз, нас прямо в поезде арестовали, сказали, что мы запретим вам концерт играть, если хотя бы пару песен не будете исполнять на украинском языке, mm-hmm. например. И нам срочно пришлось перевести на украинский язык песню «Слава России» и «Нигер». И в результате этого мы решили, что запишем на украинском языке целый альбом, и презентация будет во Львове. Понятно, но это больше с ориентацией именно на Западную Украину, потому что, в принципе, я думаю, что в остальной части они понимают именно, ну как, русский язык, и в смысле нормально к этому относятся. Ну, да? Они там на русском языке и говорят. Ну, собственно, да, я думаю, почему именно перевести на украинский? Ну, раз презентация во Львове, то, конечно, да. Засадная информация. Ну, и потом то же самое, что сейчас как бы существует негласная цензура, например, да, и поэтому лучше петь на украинском языке, и можно допеть о чем угодно, например, и тебя никто не запретит, например. Ну, и как, выходит прикольно? Да, там так смешно получилось, mm-hmm. например, но в ближайшее время люди смогут оценить эти первые. Mm-hmm. Да. Так, засадная цитата из чата. Некто мастер как бы спрашивает: «Паук, почему так редко распеваем левшу в граде славном Туле? Ты же делал тут детей». Это цитата в скобочке. Что это значит, Сергей? Ну, в город-герой Тулу мы ездили на протяжении примерно 19 лет, например, да, с переменным успехом. Дело в том, что там в Туле появляются люди, которые устраивают концерты, например, потом они проваливаются в ад, например. Вот, со временем наши концерты делала Настя Тульская, например, но ее постоянно в последнее время муж дико прячет в психиатрическую лечебницу, например. Вот, а другой человек, например, Паша из группы, ну, сейчас скажу, это АСФК, что-то забыл, не знаю, но вот тульские люди все знают, например. Вот он решил, он делал в последнее время все модные метал-концерты в городе Тула, но потом решил жениться на топ-модели, например, вот. А когда он приехал в Москву, дико напился, она ему поху дала по башке, например, вот. Поэтому брак их не расстроился, и он в печали перестал рок-музыкой заниматься. Потому что его девушки не любят. Кстати, Павел, еще вопрос. Ну, уже несколько старым стою «Коррозии». Правда ли, что Боров сидит в тюрьме? То есть некто мастер не в курсе по этому вопросу? Не знаю, мне такой информации не было, например. Это. Ну, я знаю, что, кажется, кого-то из Арии посадили, например. А, да-да. Терентьева, по-моему, да-да. За что? Из артерии, артерии. Так за что его? Ну, я не буду говорить, потому что я, да, не уверена, поэтому, соответственно, я точно знаю, что его именно, да. Ну, то есть Боров, видимо, не сидит в тюрьме, скорее всего. Скорее всего, да. Просто тут некоторые вопросы такие задают, как бы, не касающиеся «Коррозии металла». То есть, может быть, там некто Виолетта даже спросил, что это за девушки в студии. То есть, наверняка она видит. Так мы уже представились вообще-то. Нас первый раз. Сергей, скажи, а вот я помню, раньше было издание «Железный марш», которое все дико могли закупить в магазинах, там видеокассеты собирали. Вот сейчас это как-то ты делаешь какие-то издания, там бумажные или на видео, что-нибудь выходит вообще? Но в ближайшее время мы планируем, допустим, выпустить на DVD как бы всю серию, как бы,
программ «Железный марш» различных телеканалов, там набралось примерно штук 50 или 70 программ, например, вот, мы хотим их как бы забить там в 5-6 дисков, например, да, ну, чтобы в одном диске было сразу 10 mm-hmm. программ, например, ну, и для людей, старых фанатов металла, они могут их будет приобрести, например, и обожавшись водки, могут дико ностальгировать и смотреть, например, что было, происходило в прошлом десятилетии, например. Ну, вот да, все да. эти фестивали «Железный марш», ты вообще планируешь это возрождать, вот как там в «Зеленом театре»? Был угар, там же куча команд выступала. Но пока не планирую, потому что, ну, как бы изначально рок-метал это было не только про сама по себе, например, музыка, например, допустим, там клевая музыка, но и было как бы музыка протеста, ну, против чего-то, неважно, там, какого-то там обывательского образа жизни или чего-то еще, совка, например, и так далее, и так далее. Ну, и он имел еще массу других, как бы, астральных, как бы, фишек, из-за чего, например, сам был популярный этот мейнстрим, например. Сейчас же просто, ну, в основном, конечно, хэви-метал, он скатился до того, что просто люди там покупают гитары, примочки, например, там учатся в Гнесинском училище, например, а потом лобают на гитаре металл, например, да, называется, что сам по себе он называется мертвый, как бы скучный, неинтересный, например, допустим, да, вот. И должно пройти какое-то время, например, да, называется, когда как бы придет новое поколение людей, например, которые будут как бы нуждаться в каком-то, ну, диком празднике, например, допустим, и в какой-то, ну, духовной революции, например. Тогда, естественно, мы будем проводить эти фестивали, тусовки и все делать. Сейчас пока это бессмысленно. Это нет. А, отлично, просто тут еще пишут Ратияр, то, что его игнорируют в эфире. Это неправда, Ратияр. Я задала вопрос про Вику Мелкую, я не помню, значит, она в аду или у нее маленькие сиськи. Надо так что внимательнее слушать и смотреть. Не, Вика, да, Вика мелко была, например, дико участвовала в шоу, например, но потом она, я несколько раз ее видел в релаксе, она куда-то исчезла, я не знаю, например. Ну, мало ли действительно, что с кем происходит. Если ты знаешь Вику Мелкую, например, и она порится, например, да, называется, вот, и, или ты сама, например, есть Вика Мелкая, хочешь себе напомнить, то звони без проблем, мы всегда, так сказать, будем это рады. Вот так. Да-да. Да. Не вспомнил про релакс. Завтра, кстати, вечером, примерно в 12 часов ночи, вот это мой ансамбль «Бурый медведь», например, кроме «Коррозии металла», у меня еще есть такая диско-группа, например, где там тёлки оголтелые поют, они в свое время даже умудрились выступить с группой «Рамштейн» в Олимпийском, исполняли песни, там пионеры там тут песни Ленина поют. Mm-hmm. Вот завтра ансамбль будет у Лира на тусовке выступать в релаксе в 12 часов ночи, например, исполнить 5-6 оголтелых композиций. Mm-hmm. Ну, это стиль диско, да, такой эротический? Ну, да, эротический. Практически оголтело, такое, можно сказать, экстремальное диско. А, Сергей, а вот некто мастер опять-таки интересуется, будет ли угар с Брэндсаловым на DVD, потому что, видно, это его зацепило. Ну, у него, наверное, нету или что-то еще, он там находится. Да, будет ли это издано на DVD? Ну да, там этот сейчас фильм, он переделывается частично заново, например, да, называется, вот. И я думаю, что когда закончится авторинг этого фильма, ну, тоже где-то в середине осени он выйдет обязательно на DVD, например. И, соответственно, там, кто купит книгу там в середине сентября новейшую, вот, там тоже будет про этот Брэндсаловский тур масса подробностей, которые не вошли в фильм, например, зачитать. А вот так, помню, корпорация тяжелого рока, она там помогала молодым группам, вот, дико угорала, там очень часто о себе заявляла, и вот сейчас даже люди, помнящие об этом, пишут, то, что с выпусками альбомов для молодых групп вообще корпорации тяжелого рока существуют, там какие-то движухи есть или планируются, например? Естественно, корпорация тяжелого рока там это частично, она как бы существует, да, мы выпускаем различные альбомы, сборники, например, но к сожалению, сейчас альбомы молодых групп никому не нужны, например, их невозможно продать, например, ни одного экземпляра, например, поэтому и мы их не выпускаем. Ну, да, понятно, ну, логично, в принципе. Дело в том, что в то время, когда в середине 90-х годов, когда был мейнстрим, да, называется, любой продукт в этом направлении мог сразу практически продаваться, если ребята играли более-менее угарную музыку, например, или там серьезную музыку, ну, неважно. Вот. То сейчас музыка – это такой же товар, как там жвачка, сигареты, водка, например, или мобильные телефоны, которые требуются классный продакшн, вложение денег в пиар, в рекламу, только тогда этот товар будет продаваться.
тренироваться, например, вот. И, соответственно, музыканты, они должны подходить к этому как к бизнесу, например, допустим. Так, ну да, вот. в наших условиях, вероятно, это только так. Да, или играть для себя, например, в общем-то, вот и все. Например, это тоже хорошо, например, многие люди тоже люди счастливы, что они не хватают с неба звезд и просто играют, как называется, там какие-то небольшие клубы, для себя клевую музыку, тусуются, например, на тусовках выпивают, и все, заебись. Ну, а к тебе вообще, Паук, подходят люди там с просьбой послушать их диск, там, прорекламировать или помочь издать, там, вообще попадаются ли тебе талантливые молодые музыканты сейчас? Ну, попадают, например, да, музыкантов много хороших, даже сегодня звонило, то есть даже два человека, вот, это были мамаша и папаша. Они говорили, что их не там дети, сыновья дико рубят, пилят на гитарах, например, играют, делают ломовейшие аранжировки, например, и слезно умоляли прослушать меня, например, допустим, эти композиции, например. Ну и как? Вот. Ну, я пока не прослушал, и, естественно, когда, например, я езжу на автомобиле, я стараюсь слушать, как называется, но, как бы, демо-ансамбли, например, есть такая возможность, например. Угу, понятно. А, скажи, Пак, а часто ли к тебе вообще подходят девки, например, на улице там, или в клубах там, с неприличными предложениями? Ну, бывает часто, например, там, когда мы отдыхали в Крыму, например, да, называется, мне в этом плане было легче всего из нашей компании. Понятно. Ну, а вообще вот так вот по жизни такой вопрос, да, может быть, не очень. Вот помимо музыки вообще чем-то занимаешься, там, работаешь где-то? Ну, это музыка, творчество, это есть, как называется, мой труд, например, где я целыми днями занимаюсь, как называется, продвижением, как бы, ну, и нашего проекта. Кроме этого, как бы, есть еще, ну, я занимаюсь, там, ну, литературой, вот, рисую, и, соответственно, к выходу моей книги, которая выйдет, вот, 19 сентября, будет продаваться во всех ларьках, во всех магазинах крупных, вот, там будет приурочена выставка картин, например, это будет примерно штук 20-30 полностью оголтелых, дичайших картин, например, и диких фоток, например, допустим-то, которые засняли модные фотографы во время адских угаров, например, допустим-то. Вот, выставка будет проходить с 21 сентября по 9 октября в галерее S-Art. Так она же закрыта. Что? Выставка, ты говоришь, что она будет закрыта? Ну, она будет, она частично закрыта на некоторые спецмероприятия, например, а любой человек, например, это в обычные дни, например, и в дневное время или вечернее, он сможет прийти и зазырить все эти товары, например. А я помню, кстати, была, по-моему, выставка уже какая-то, где твои картины... В общем-то, представлялось. Нет, она, да, она должна быть там это зимой журнал Rolling Stones, ну, соответственно, с галереей Марс пытался замутить такую выставку, где бы различные рок-музыканты предоставили свои картины, рисунки. Вот, соответственно, Rolling Stones собрал картины практически со всех, ну, из, как бы, известных рок-музыкантов Москвы и Питера, например. Но в последний момент администрация галереи, она запретила картины мои и Шнура из Ленинграда, например. А, ну ничего, ну, значит, наверное, в этом году уже будет возможность все-таки у всех поклонников и фэнов все-таки лицезреть картины. Да. Ну и, как бы, сама эта вот художественная выставка, которая будет проходить, она будет проходить в рамках первой акции, допустим, под названием, ну, «Оголтелый арт». Это, как бы, новое народное искусство, например, да, называется. Потому что сейчас многие люди заморочены на выживание, как называется, в этом городе, например, в этой стране, например, бьются за то, чтобы получить там работу, там какое бабло заработать, например. Вот, после работы все закупают пиво и тупо едут в метро, и дико офигевают, пьяный приходит, смотрит там, значит, Comedy Club и вырубается, например. И жизнь полностью бесцельно тупо происходит, например. А вот. Утром опять на работу. Да, на работу, чтобы отработать эти кредиты, на которые они купили малолитражные автомобили, например, холодильники и телеки, например. Вот. А эта, как бы, выставка, она будет проходить, как бы, в рамках вот народного искусства, что каждый человек, например, да, он может, как я, примерно, рисовать дурацкие картины, например, да, и закупив, ну, обычно недорогой фотоаппарат, он во время бухловых угаров может себя дико заснимать с тёлками, например, и дома устраивать такие же выставки, приглашать знакомых
знакомых, друзей, которые могут все поржать, например, и так далее. И уже, соответственно, жизнь, она как бы, ну, обстановка ставит, примет другой коленкор, например. Конечно. Одно дело, ты пригласил, например, человека просто в гости, давай там, ну, типа бухнем просто и все, обожремся. А другое дело, что ты пригласил друзей, говорит, на выставку к тебе в квартиру, где-то ты разрисовал там, допустим, там, ну, адскими надписями, жуткими картинами, например, обои, например, мебель, например, в это, ну, напечатал громадные фотографии, где-то, например, человек, например, порит какую-нибудь тёлку, например, и всем друзьям сразу весело, угарно, например. Они тоже, увидев это, наверняка хотят такое же сделать, например. Ага. А вот фея что-то темное, дико сейчас усывалась, я думаю, ну, не только над словами Сергея, что-то она там вычитала. Да, к нам пришел в чат адский занюх 88, и он спрашивает: «Паук, я, кстати, карлик, можно будет занюхнуть от твоих стриптизерш?» Ну да, вот в свое время у нас выступал карлик, но он, наверное, тоже иногда появляется на горизонте. Мы его нашли в 91-м году, когда возвращались из гастроли по Сибири. Вот. Там поезд дико остановился напротив Тунгусского метеорита, где он упал, например. Mm-hmm. Вот. Костыль вышел дико поссать на мороз, например, и нашел там карлика. Он был полностью голый, например, и как вот из собачьего сердца вот так вот просто говорил: «Обрал, обрал, гав-гав». Он по-русскому ничего не говорил, например. Мы ему дали бухла, и пока ехали до Москвы, научили его, ну, немного на русском, говорить на русском языке. Вот. Потом я написал от КТР прошение Лужку, и Лужок дал ему, значит, квартиру на 101-м километре под Москвой, в Выкше, например, допустим. Вот. И карлик, например, допустим, он слышал во время гастроли разговоры о сексе, например, все такое прочее. Но он не знал, что, например, девицу нужно болтом пороть, например. Да? Он врубил, что, как называется, пороть тёлка, значит, делать космический занюх, например, допустим. И он как раз вот значит, в 93-м году на концерте, посвященном 8 марта, Горбунова, как раз делал свой первый исторический занюх Клаве и Пышке, например. Mm-hmm. После чего, правда, он вот, оно, как называется, упал в обморок, и пришлось вызывать скорую помощь, например, допустим. Но потом он стал просто пить больше перед концертом, и все было нормально. Поэтому, если ты карлик, без проблем можешь, например, это, приходить на концерты, например, и я договорюсь как с нашими девицами, чтобы они разрешали делать тебе адские занюхи. Я вот так угорела от последнего сообщения, что даже предпоследнее не процитировала. Там человек спрашивал про турне по Германии. Вот. Планируется ли вообще? Я думаю, что группа «Коррозия металла» вряд ли пустит в турне по Германии, а вот с диско-ансамблем «Бура Медведь» мы, наверное, съездим. И так вот меня вопрос интересовал о видео. Кто вам делает такие шикарные, угарные видеоклипы? Ну, у нас есть свои, это партийные режиссеры, например, один из которых Архангел, вот, у него есть свой сайт hardmusic.ru, вот, вы можете как бы зайти на этот сайт, значит, hardmusic.ru, и засмотреть его различные работы. В общем-то, он в основном изготовляет как бы, ну, всю нашу продукцию, например, вот. И сейчас вот вышел новый клип под названием «Голод», вот, он выйдет, значит, в эфир на канале О2, но в ближайшие там несколько дней, например. Вот. У меня есть этот клип с собой, но он в тяжелой версии, наверное, вряд ли он сможет показываться. А о чем будет клип «Голод»? Там будут тёлки с сиськами там и все такое? Ну да, он такой будет как бы клип в полуготическом как бы стиле, например, вот. Как... Там смысл такого, что, например, как бы в тайном подземелье мы организовали свадьбу для Папы Римского, например, но потом, в конце концов, например, Папа Римский превратился в доктора Стану, например, вот, а невеста в ведьму, например. Ну и также история о девице, которая бросила своего парня, бежала в лес, например, и там ее догнала шайка галтелых людей, дико порубала топором и сожгла на костре. Все это будет показано, например, в ролике, например, и прочие ужасы. Сергей, тут мастер пишет, еще творчество. Паук, ты хочешь замутить пластину не только о всякой чертовщине, но и о такой мазе, как постапокалипсис, то есть руины, ядерные отходы кругом и прочий срач. То есть, вероятно, мастер, наверное, смотрелся в фильм в «Токсический мститель». Типа. Ну да, что-то такое уже более, так сказать, угнетенное у него настроение. Да. И, кстати, вот, и параллельный вопрос тоже. Павел, как ты считаешь, почему сейчас стала популярна готика? Почему все меньше людей там одевают
косухи, именно там угорают, врубаются в трэш-метал, а там напяливают на себя какие-то непонятные грустные маски, ходят и ноют. Вот почему вот готик? Ну, в каждом десятилетии проходят волны, например, допустим, радостные, допустим, и мрачные, например, вот. И, насколько я знаю, что сейчас эмма больше популярна, чем как бы как готические прибамбасы. Вот. Но, соответственно, как бы готическая и мрачная музыка, например, она всегда как бы была популярна, например, только у нее были разные пики. Вот. Сейчас она стала, почему? Потому что, ну, стала иметь как бы культовую форму в виде там причесок, одежды, например, там, ну, определенного стиля, который может выделить гота, например. Вот. Раньше просто как бы там, в середине 80-х ходили как бы в черных прикидах с мрачными хайрами, там, обвешанные там этими пулеметными лентами или там перевернутыми чисто, ну, крестами, например, вот. Но особенно никто не красился, например, и у девиц тоже не было стиля. А теперь как бы этот стиль появился, поэтому, например, то, что в каждом движении молодежном важен, как бы называть, стиль самоодежды, например. Допустим, если это скинхед-движение, например, да, называется, там важно, чтобы были там ботинки, бомберы, например, да, определенные майки, например, там военные штаны, например, если панки, например, это то же самое, например, там, там иракезы и так далее, например, вот. И готическая, как бы, тусовка, она среди определенных людей определенного характера, так скажем, например, именно модно, потому что здесь можно выделиться одеждой, прежде всего. А тебе нравятся готические тёлки? Мне готические тёлки, конечно, всегда нравятся, например. Я, к сожалению, даже не успеваю все вопросы из чата озвучивать, но вот я уже засекаю второй вопрос, вот сейчас он поступил уже от поручика, насчет Саши Черномашенцева. Вообще, был ли он в Крыму? Они почему-то все называют «Аски конферансье». Вот. Он участвует вообще? Что с ним и как? Ну, к сожалению, Александру Черномашенцеву пришлось в свое время покинуть пределы, так сказать, России в связи с войной, как бы, в Боснии. Как вы знаете, Гаагский трибунал, так сказать, разыскивал разных людей, и он сейчас, как бы, служит во французском легионе, например, и делает всякие модные операции в Африке, например, да, в общем-то, с целью создания там, на одном из африканских, как бы, островов, республику имени Белого Слона, куда смогут переехать москвичи жить, например, да, все. Ну, очень серьезная миссия такая. Да, 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 конечно. Да. А, некто светлое, то есть решившее представиться, видно. Видимо, мною. Да, так я фея темная, это фея светлая, да. Ведущая рок-клиники. Да. Спрашивает. Ой, я даже не успеваю. Клиническая, да, 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 да. Сбивается даже вопрос, вот я, к сожалению. Ну ладно, хорошо, а что темные силы все же мешают нам, да, послушать музыку, да, к сожалению, да, ой, да, очень, да, жаль. Да. Светлая спрашивала, Паук собирается ли делать песни в стиле страшных сказок, как Король и Шут? Хотя я не понимаю, правда, зачем это, ведь это же, да, группа есть, но видно, как бы ей очень хочется послушать. Ну, в принципе, как бы у группы «Коррозия металла» они все, ну, не все, но много песен, например, в этом, как называется, ну, сказочно-страшном стиле, например, многим девицам почему-то нравятся песни, например, допустим, ну, про адского дровосека, например. Вот. Как одна девица пошла в лес, например, например, ее дико отпорола, а потом замочила адский дровосек, например. Ну да, это тот же адский маньяк, почему не сказки, да, то есть. Что же, что может быть лучше и сказочнее, например, адского дровосека? Подумай сама там. Ты спрашиваешь еще, Паук, а ты играешь в онлайн-игры какие-нибудь? Мне же сразу же вспоминается там из группы ХЗ, там, я больше не играю в рулетку и карты, я теперь не рад, я теперь гоняю в карманный бильярд, как говорят про игры. Ну, в общем-то, вопрос был про... Ну, в рулетку там я, как бы, периодически играю, например, а в онлайн-игры очень редко, например, когда, допустим, есть определенные люди, которые в этом постоянно рубятся, например, и получилось так, что у меня есть час или полтора свободного времени, например. А как ты угораешь в свободное время? Этот угар, как бы, происходит по-разному, например, но захотелось угара, например, главное выйти на улицу, шагнуть шаг за порог дома, например, ну и все, и праздник очень быстро начнется, например, начнут звонить телефоны, придут движения автомобилей, например, ночные клубы, тусовки, это, ну, и будет праздник и ад одновременно. А ты ходишь там, там какие-то митинги, футбол там и прочие общественные там, угарные мероприятия? Ну, раньше мы занимались общественно-политической деятельностью, например, когда была в стране другая, как бы, атмосфера,
характера, вот, и она предрасполагала, чтобы, ну, человек имел возможность участвовать в общественной жизни. Корпорация тяжелого рока проводила массу митингов, угарных демонстраций, например, вот, куда мог прийти каждый человек, не это, начиная от скина и пенсионерам, например, допустим, или угарными тёлками, можно было клево скандировать какие-то угарные лозунги, клево поржать, например, допустим, устроить какую-то бучу, например, а потом себя зазырить по телеку, например. Как бы мы хотели приучить к обществу, например, да, называется, чтобы она участвовала в жизни, например, да, называется, вот, а не было тупыми совками, например. Спасибо. Да. Адский занюх пишет. Мне такая сообщу-то вопрос, Адский занюх 88. Паук, например, как был, например, придуман твой жаргон, например, а то меня дико хотят из института за нашего, в общем-то, отчислить. Так я дико говорю всегда, дико, например, и дико в кайф, и чат кутежа. Вот посоветуй чуваку, то есть, видишь, подсел, у него проблемы возникли. Ну, просто скажи своим людям, что они, ну, просто это тупые, глупые люди, которые не понимают и не врубаются в современные тенденции изменения русского языка, например, вот. И скажи, пусть они, например, ну, как бы это, обратятся в интернет или еще куда-то, например, чтобы понимать друг друга, вот. А потом скажи, например, я же не просто тоже, например, изобретаю новые эти, как бы, слова, и мой папа, он доктор философских наук, например, и одновременно и русского языка, например. Он возглавляет комплексную, это, ассоциацию по комплексному изучению русской нации, русского языка, например, допустим. И все это под каждое слово, даже, например, подведена громадная научная база. Вот, и мастер снова спрашивает, уже серьезный вопрос, то есть, видите, у нас фактически философский. Паук, а если серьезно, ты бы мог бросить пить, например, в общем-то, дальнейшем, ну, цитата моя. Вот. Или как без бухла или, нет угара, да. Не, ну это бросать свое, это пить, это нет смысла, например, да. Есть люди, которые, допустим, могут, допустим, не пьют вообще, а потом вступают в запой, например. Есть люди, которые не пьют никогда, например, и они находятся в злобном каком-то состоянии, например. Просто алкоголь в небольших дозах, например, вернее, не в частом употреблении, например, он полирует разные какие-то, ну, не кайфы, например, допустим, или улучшает, радует сразу жизнь, чтобы человек мог сразу в космос стартануть. Ну да, и опять же, что значит мог бы ты бросить? Для этого нужно хотеть для начала бросить пить, а так, может быть, не каждый человек именно хочет это сделать. Ларсон спрашивает, паук, твое отношение к рэпу? Даже я могла бы ответить. Я тоже могла бы сказать. Ну а что, мне некоторые рэп-группы нравятся. Вот так вот. А какие? Вот из современных. Да, из похмелья лежал, крутил телек, например, и там смотрел какой-то кусок клипа 50 Cent, например, да, там мне понравились, как тёлки что-то плясали, например. Вот, а вот все-таки я хотела спросить по поводу как раз вот альбома «Одинокие сердца», который, к сожалению, сейчас у нас вот нет возможности прослушать. Да, его можно купить во всех магазинах, кстати. Да. Вот мне все-таки действительно очень нравятся вот лирические композиции, да, вот эти вот медленные, красивые. Вот что навеяло именно на написание таких композиций? Ну, естественно, человек, любой наш фанат, например, он находится не только в оголтелом состоянии, например, и любой человек, он склонен к тому, чтобы предаваться, например, каким-то романтическим, там, как бы называется, состоянием, там, размышлением, например, может, например, даже влюбиться, например, там, ну, там, да, в девушку, например, вот, соответственно, это, вот, и поэтому в этом состоянии бы ему не очень было в кайф слушать, например, допустим, чат кутежа, например, или же, например, там, ну, черный террор. Сергей, а вообще, как там твое отношение вот к нынешним там молодежным течениям различным? То есть какие-то, которые ты полностью не поддерживаешь, там, и какие тебе наиболее вот близкие? Вот твои концерты, там разные люди ходят, там у Тэмы, например, были какие-то концерты? Ну, допустим, группа Эмма мне очень дико нравится, например, вот я их с удовольствием эти клипы смотрю по каналу А1, например, там масса модных Эмма-групп показывают, они очень довольно-таки энергичные, например, и я считаю, что это очень клевое такое направление, например, и такие, когда даже вот такой ансамбль, как My Chemical Romance, мне очень дико нравится, и я ходил в Лужники на их концерты. А вообще, в последнее время ты ходишь вот на чужие концерты? Ну, я хожу, да, называется там, я был на концерте «Металлики» в Лужниках. Ну и как твои ощущения? Ну,
Концерт в 91-м году, он, конечно, более был юбилейный, там происходил полный ад, полный беспредел, например, да, называется «Месилова грязи», например, допустим, да, ну, вот, там просто сотни тысяч людей, например, там было экстремально страшно и жутко, например, допустим, да, вот, а как бы концерт образца вот этого года, этим летом мы пришли, тусовка, у нас примерно было 25 или 26 рыл, например, вот, мы подошли, там билеты стоили какое-то, ну, жуткое количество денег, я не помню, там 3 или 5 тысяч руб, например, вот, я подошел к менту, дал ему 500 руб, и нас 24 человека прям пропустили всех за 500 рублей, например, вот, и, конечно, это уже не та Металлика была, это уже было чисто просто такая в комфортную коробку, собрали людей, например, и такой включали качественную такую музычку. Я не успела задать предыдущий вопрос, потому что она очень быстро уходит. И вот сейчас такой прикольный вопрос, который я бы сама хотела задать. Я просто очень стеснялась. Россияра спрашивает: Паук, будет ли снова на концертах акции по бесплатной раздаче русской водки? Слово «водка» большими буквами. Я бы также написала. Молодец, Россияра. Ну, на всех мероприятиях КТР за последние 3 года всегда каждому человеку, который приходит на тусовку, ему дают, кроме музыки, например, какое-то количество там бухла, например, разного типа. Ну, кто был на наших последних концертах в Точке, на фестивале «Русские металлические баллады», на концерте «Бурого медведя», тот помнит, что каждому человеку давали по 100 грамм, значит, это водки или коньяка. А если чувак, ну, отбирал ксиву у своей тёлки, например, да, он уже мог получить 200 грамм, например, да, называется. Ну, вот. Также на всех последних концертах, которые были там в клубе, там, «Театро», «Туннель» и так далее, например, у нас был спонсором, значит, это Кизлярский коньячный завод, например, да, называется, потом «Виски Супериор», например, и всегда всем посетителям, неважно его социального положения, пола или возраста, например, да, всегда выдавалось не меньше 200 грамм, например, напитка и тонкий бутерброд. Вот. Такие вопросы странные там. Паук, а что ты думаешь по поводу секса с роботами и маленькими детьми? Расскажи про Рыжика. Правда ли, что она получила письмо от Бога, лежа на камнях около дачи Чехова? Вот. Видно, что-то я, наверное, из этого не знаю, да? Но секс с роботами, это даже... Я даже не знаю, что бы я, да, ответила на это. Ну да, там в этом году в Евпатории проходил это, ну, как обычно, ну, громадный металлический фестиваль. Вот. В один из дней мы дико обожрались, например, да, в общем-то. Вот. Ну, это было, правда, под самый вечер, например. В кафе собралась большая тусовка. Было это мощнейший кутеж. Все дико угорали, например. И один наш человек, например, по имени Вася Ад, например, он приехал с своей девушкой отдыхать тоже, например, вот. И, а девушка была тоже ее подруга, например, вот. И Вася... мы возвращались после тусовки в Грузов. И Вася Ад, он сын этого человека, который производит на Nike и New Balance кроссовки, например. Он просил, чтобы мы в багажник прогрузили подружку его девки, например, да, и отвезли в Гурзуф. Она мешала им заниматься сексом в их палатке, например. Чем же они взяли с собой? Ну, не знаю, вот. И, соответственно, значит, эта девица, она была полностью рыжая, например, да, называется. В багажнике ей стало жарко, она стала, ну, догола разделась, убегала на бензоколонках, например, допустим, да, это. Вот. Ночью мы ее оставили у наших, как называется, приятелей, у Васи и Вани, из Бирюлёва, например, допустим, да, вот. Соответственно, утром, когда девица проснулась, например, она спросила, где я, например, я сказал, ты находишься в Чечне и в Урус-Мартане, например, потому что она не видела никогда в жизни гор, например, допустим, потому что в Евпатории гор не было, например. Я говорю, ну что же, она спросила, что же мне теперь делать? Я говорю, что, мы тебе сейчас продадим замуж в баю, например, допустим-то, вот, ты будешь его пятой женой, он будет тебя дико адски пороть, например, допустим-то, вот, это ей понравилось больше всего, и она полностью смирилась с этим делом, например, это, вот, мы пошли на местный грузовский базар, где в основном, как это называется, торгуют, значит, местные татары, например, арбузами, в общем-то, дынями и прочей всякой лабудой, например, вот, когда мы подошли к арбузному развалу, например, я спросил у местного татарина, какое-то, знаете, нам нужно срочно дикое количество прайса для задела нового солидного чада кутежа, и мы хотели бы эту рыжую тёлку выдать замуж за местного бая. Вот. Какой можно за неё это получить колым? Я хотел сказать, как бы мы в шутку эту телегу прогнали, да, но люди
полностью прям серьезно, например, допустим, в это врубились и сразу прям схода предложили за нее 12 тысяч долларов, например. Ну, я понял, что на самом деле сумму там бай может дать больше гораздо, там где-то полтинник, например, они остальные деньги хотели попилить. Ну, мы с ними поторговались, например, сошлись на 16 тысяч долларов, например, вот. И как бы поехали в горы, там, значит, это в деревню Краснокаменку, в это время там уже как бы собралась тусовка, например. Мы получили деньги кэшем, например, допустим, и девицу сдали, например, на замужество, например, допустим-то, вот. Значит, местная бая, ну, как это называется, обещался ей дико пороть, например, и она уже, как бы, это, ну, прислала нам смс, что она стала его любимой женой и полностью приняла ислам. Да. Вот, что, как может быть, сложится, например, жизнь человека. До этого она была модной готической герлой, ходила на тусовки, на эмо-концерты, в клуб «Релакс» и так далее, и так далее. И стоило ей уехать, там называется, в Крым на металлический фестиваль и проснуться там в Росмартане, например. И жизнь стала сделала другой зигзаг, например. Абсолютно. Столько вопросов, ты даже не успела. Такая была душещипательная история. Сводка осталась еще. Да, да, конечно. Отлично, отлично. И как раз вот уже четвертый или пятый раз поступает вопрос о том, сколько надо пить в день еще напитков. Еще, поручик спрашивает некто уже четвертый раз. Я сначала что? Поручик, сколько надо в день бухать, чтобы дико угорать? Ну, сейчас паук выпьет, да, и ответит. В общем, вы мне не то, по-моему, что-то подсунули. Ну, у меня все одинаково. Ну, возьмем. Отлично. Ну, это здесь все зависит от физиологии человека, например. Допустим, худым людям легче, конечно, например. Да? Худой человек может дико обожаться, например, да, на следующий день не опохмеляться, например. Да? И у худых людей меньше запоев. А большим людям, например, им труднее, например. Если он обожался, например, да, то через час, через два его начинает раздирать страшнейшие муки, например. И чтобы опохмелиться, например, ему нужно выпить не рюмочку, например, там вермута, например, а сразу холбуснуть там 2-3 стакана водки, например. А это значит, что угар пошел по новому кругу, и человек уже к 3 часам дня в полное очко и невменяемый. Зависит от комплекции. К сожалению, наша передача подходит к концу. Я успеваю, ну, мы несколько раньше наверное, успеваю озвучить последний вопрос. Расскажи еще про историю с бутербродами КТР, которыми кормили на фестивале в Евпатории. Ой, там так всего много было, сейчас трудно упомнить, например. Жалко, конечно, что закончилось бухло, например, да, называется. А, бутерброды, да. Как называется, но в Евпатории, значит, после фестиваля мы решили устроить мелкую вечеринку, например, да, называется. Мелкую вечеринку, там рядом с фестивалем находилась целая куча кафешек, прям, ну, где люди, прямо, чтобы не слушать грохот, могли там заказывать напитки, бухать и тусоваться. Например, мы зашли в одну татарскую кухню, вот, и там были в меню, стояли это, бутерброды с икрой, например. Я подумал, зачем на металлическом фестивале, например, где все люди, например, находится в полном аду бутерброды с икрой, например. Ну, в общем, да. Они стоили где-то примерно по 100 руб. На наши деньги, например. Вот. Ну, мы ради шутки, там стали очереди громадные везде, например. Ну, очень было трудно поесть, 5 тысяч человек, например, да. Мы подошли к татарке местной, говорим, знаете, мы хотим устроить модный фуршет после как бы концерта, например. Нам нужно 7 тысяч бутербродов с икрой, например. Вот, она дико обрадовалась, что пришли такие солидные оптовики. Сразу, например, с помощью громадного верзила нам расчистили стол, там чисто его вытерли, например, принесли напитки, еду, например, мы хорошо поели со скидкой, например, допустим, да. Вот. И тогда она снова к нам подошла. Ну что, мы готовы делать скидку, например, не по 100 руб., а по 8, если вам продать 7 тысяч бутербродов. Например, мы говорим, давайте за 60, например. Вот. И, соответственно, мы в это, ну, как называется, в шутейном разговоре дали это подтверждение, например. И тогда татары поехали и скупили в Евпатории все булки, и, как называется, все масло, например, и всю икру, во всем городе, например, да. И там даже в одном районе прошел голодный бунт и драки. Ну, так, к сожалению, сразу прошу прощения у тех, чьи вопросы мы не смогли озвучить по, скажем так, временным или, например, по этическим соображениям, политическим. Вот, например, касается фашистов. Фашист, мы бы тебе с удовольствием, я думаю, паук ответил, просто, к сожалению, формат передачи не позволяет нам говорить на такие темы. Прочитала, да, мы уже видим, что человек хочет спросить, но я думаю...
это не да, стоит, это может будет быть возможность. Вечно. Да, и Паук, вот на прощание, у нас осталось буквально несколько минут, может быть, у тебя есть желание что-то там сказать, прорекламировать, куда стоит людям приходить, и вообще как угорать в ближайшее время. Ну да. Ну что, это всех, это москвичей, гостей столицы, дико поздравляю нас с пятницей, да, называют, что сегодня еще называется вся ночь, весь вечер впереди, можно адски дико угореть, сделать мощнейшее путешествие, трипы, например, да, называется, и завтра проснуться в полном аду, например. Вот, советую это вам сделать, например, пока не поздно. Вот. Также советую всем заходить на сайт, значит, corrosiemetall.com или corrosiemetall.ru. Там в ближайшие два дня будет опубликована, значит, полностью вся информация по выставке и праздничным мероприятиям, которые будут проходить в конце сентября, например. Вот. Соответственно, каждый человек, кто придет на тусовку, получит, естественно, тонкий бутер, значит, бухла, например, там, книги, например, смотрит за это, жирно зазырить картину, например. Вот. Да, Крафтище пишет, там, Исла рулит. Что такое Исла, Крафтище? Скажи, мы попросим. Я просто не знаю, что это такое. Может быть, это слово хуй, извиняюсь. Напиши, ну, что это рулит, такое. Да, да. Что-то рулит. Мы попросим сказать, ты нам скажи, что это значит. Ну вот, да, 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 Ларсон отлично. Просит да, да. сказать, что тёлки у 50 Cent все равно круче всех. Вот, но это и я могу сказать, не только Паук. Ну, отлично, слава всем нам. А, да, я думаю, что не последний раз ты у нас в эфире, и мы будем, в общем-то, дико тебя приглашать, потому что много людей не успел задать вопросы, и, в общем-то, я думаю, после выхода нового альбома и книги мы обязательно тебя позовем и попросим прокомментировать выставку. Конечно. Ну, Слава всем нам. Сегодня был Сергей Троицкий, Паук. Фея светлая. И фея темная. Всего доброго. До встречи в рок-клинике.